Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Ликс. И сегодня вышла вторая часть 57-й серии Skibidi Toilet, в которой нам показали, опять же таки, Джимена и Камерамена Титана. Что происходит в этих сериях, мы сегодня узнаем, как паразит пытается сесть на камеру Камерамена Титана. Как спикермен атакует его, это мы сегодня узнаем. Серия начинается с того, что на него прыгает Вантузмен, он убивает его. Когда Вантузмен падает, он горит. Но камера Титан просто переуничтожает Джимена, ломая ему очки и сломав 4 лазера. Далее он бежит. Опять же таки на спикермена Титана. Перекидывает его. Но, как мы видим, тут прилетает, а точнее приходит Скибиди Сабля, которая просто пытается уничтожить камерамена Титана. Ну а далее мы видим, как камерамена Титана все равно на это снимает и дает большой шапалах. Когда камерамен Титан бьет Скибиди Саблю, видно человека. Что тут мы можем вывести? Паразит пытался захватить камерамена Титана. Но тут появляется она, Тиви Вумен, которая идет ломать спикермена. Однако в этот раз камерамен Титан не дает шанса этому. Кстати, мы не заметили один момент, что когда Джимен улетает из пасхалок, мы не заметили Камера Вумен, которая стояла с угла. А после этого мы видим кадр, как Тиви Вумен закончила своего дела. Далее паразита вытаскивают. После того, как она убрала Вантузмена, она не спасает влюбленного. И убивает он уже этого паразита. Паразит умирает, спикермен по-настоящему возвращается в свое тело. Вот такой счастливый конец 57-й серии второй части. Так что не забывайте поставить лайк и подписаться. И они показывают заветный лайк в конце видео. В этой серии нам показали две открытых, а одну скрытую пасхалку. Не забудь подписаться. Удачи!